Всем привет, с вами Лего, я веселый, да. Вчера мне подарили Норика, Рага Норика. А вы спросите, а он ведь маленький, а почему я очень веселый? Он был не вскрытый, то есть не бушный. А, вы не представляете, какая для меня это честь. Кстати, Лего Ностальгия, да, у нас сейчас. Какая для меня это честь, это Лего. Какая для меня это все-таки честь собрать набор 9-летней давности, потому что он выпускался в 2005 году. Это честь. Я говорю правду. Мне очень было приятно его собирать. Я даже не сдержался и собрал. Мне его папа подарил, когда я прилетел в аэропорт уже. Я не сдержался и собрал в машине. Вот. Значит, здесь написано «Рага Норик». Бионикл, вот сайт www.bionicle.com, заходите. От 7+, 487 артикул, и здесь нам показывают то, что запускается этот механизм. Значит, я уже, естественно, вскрыл, там ничего нету. Но я думаю, как вам доказать? Сейчас у меня телефона нет под рукой, потому что я фоткал его не вскрытым. Но вы видите, в идеальном состоянии, ну, практически. Упаковка. Вот здесь, кстати, комбо-модель тупая, мне не нравится. А вот это мне нравится комбо-модель. Она делается из Ируни, из какого-то там Бумонга. Извините, если я неправильно читаю, а я неправильно читаю. И делается еще из Норика. Вот, кстати, он предводитель. Здесь Канока, клуб-код, но один, что это такое. И здесь реально код, потом покажу. То есть он из... то надо перевести, в общем, этот код. Офигенно просто. Значит, кстати, это жалко, что не канистра, коробка. И это была инструкция в виде плаката. Ну, правильно, маленький набор, что там. Значит, все в 3D выполнено, как мы видим. Вот. И офигенный постер. Вот тут с этими рагой. Вот. Тут мой самый главный, самый первый. И вот тут комбо-модели. Вот они здесь нарисованы. Это вообще говно комбо-модели. Вот честно. Супер, здесь такие паутины. Ну правильно, это же паутины теней. Но вы уже, наверное, заждались. Потому что хотите посмотреть на Норика. Сейчас я сложу эту дурацкую инструкцию. Нет, что я говорю, это грех. Какая, о чем я, дурацкая инструкция? От него не может быть, да блин. Не могу я сложить. Чего я так туплю, вот серьезно. Так. Так. Не, реально, пацаны, извините, я что-то туплю. Ну почему я не могу сложить какую-то маленькую детскую инструкцию? Нет, серьезно, блин. Ура! Я сложил. Все. Извините за небольшую задержку. Чертовой инструкции. Вот тут действительно есть код. Сейчас, где он? Плохо видно. Блин, давай. Видите, здесь код нарисован? Вот он. И красный диск. То есть это реально Лего. Видите, здесь написано. Вот, Лего. Или здесь не написано. Ладно, пофиг. Я думаю, вы мне верите, потому что коробочка была с Лего надписью. Значит, вы заждались. Да. Вот он, Рага Норик. И... первое, вот при плохом свете кажется, что он коричневый, потому что он бордовый. Да, здесь он красный. Ну, мне бордовый как-то даже больше нравится, на самом деле. Ну, естественно, вот эта вот палочка, вот, которая заводится там, шу, и стреляет. Вот. Кстати, он так вот может поворачивать голову. Он не может вперед и назад ее. То есть только вот так. Нет. Только не китайские игрушки. Я не китайский. Значит, это жезл Ракши.
вроде бы как кусок жезла Ракши. Я помню, он даже убил одного этого Висарака. Вот, я помню даже. Убил он. Серьезно. И вот где его диск находится. Вот на такой вот штучке. Очень приятно. Это первый мой набор из паутины теней. Вот, серьезно. Я рад. Тут, и, на самом деле, это немножко обман, потому что здесь даже самого тела нету. Запихнули 20 этих самых деталей и продали за 600 рублей. Ну, молодцы, для таких, как я, в принципе, делаюсь. Ну, и в мультике, во-первых, у него были руки. И у него был винт. Вот то, что меня немножко огорчило, это винт. Даже не огорчило, но просто. В общем, можно, конечно, играть, что это винт такой. Ну, как-то сомнительно. Лучше бы был винт. Но эта фигня офигенно стреляет, серьезно. Хе, фигня офигенно стреляет, вообще. Делаем вот так. Видите, уже крутит. И со всей силы. Уии, он летит. Ну, и я вам как-то это хочу показать. Мне будет сложно. Оп. Все равно вы мою комнату уже видели, так что ничего страшного не будет, я думаю. А вот так. Блин, у меня же iPad, как мне его посадить куда-нибудь? Сейчас посмотрим. Нет, ну... Мне очень сложно, я не могу так сделать сейчас. Может, попробуем тогда лучше присесть? Нет. Ну, он запускается по-реальному. Вот. Сейчас я почти... Ну, в общем, я не могу вам показать. Потому что мне неудобно. Мне надо как-то за это резко тянуть, понимаете? Вот. Ау, ну, блин. Так, вот я пытался вам показать. Я вам как-нибудь попытаюсь показать. В общем, тянете за эту херню, и оно улетает. Эй, вот сейчас был фейл. Почему он не улетел? Эй, блин, значит, он слишком крепко вкрепился. Сейчас. Что за ерунда? О! Видели, что-то упало, я не успел сфокусировать. Вот. Короче, что-то упало, я вам показал, доказал, что очень далеко летает, все прикольно. Вот, и, пожалуйста, извините за меня, то, что вот так вот было, я вам пытался показать просто. Вот. Кстати, тут на коробке еще маленький косячок. Вот здесь черный жезл кусок. А здесь серый. Ну, это так просто, на заметочку. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Лего. Пока.